А перед началом данного ролика рекомендую подписаться на игровой канал Overload. Парень снимает отличные летсплеи. Поддержи его лайком и подпиской. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Кофи и Овер, и мы продолжаем играть в сам. Всем привет, ребята! И в общем, вот буквально пару секунд назад у нас в чате появилось сообщение, то, что через 10 минут начнется, не знаю, мини-мероприятие «Казаки-разбойники». Вот, и мы сейчас прямиком начинаем отправляться именно туда. Вот, правда, я понятия не имею, что это вообще да, такое. Кстати, я тоже ни разу не участвовал в этом мероприятии. Так, ну я уже поставил метку на карте, поэтому, в принципе, я знаю уже, куда ехать. Вот, поэтому, блин, врезался, так, погнали. А мы успеем, да, за 10 минут? Ну, я думаю, да, что мы успеем, как бы, еще самое главное успеть, потому что сейчас, смотри, много кто, наверное, захочет принять участие в этом мероприятии. Поэтому я не знаю, Дима, реально. А там места может быть ограничены, да, или как? Да, там количество мест, ребят, просто сами понимаете, там все ограничено. Там, по-моему, я просто не знаю, что это за мероприятие. Но я знаю, что, по-моему, есть еще мероприятие гонки. И вот в гонках, по-моему, 16 человек ограниченное количество вот именно мест. Вот, а сейчас я не знаю. Так, тихо, оп, самое главное, аккуратненько, не врезаться. Да. Так, погнали. Ну, в принципе, мы уже почти приехали. То есть, видишь, у нас как бы еще место спавна такое было очень близкое. А, ну, место спавна, а наше просто место. Ну да, значит, успеем. Ну, если еще это тот полигон, про который я думаю. Если нет, то это все фигово. Нет, слушай, это, походу, не тот. Не тот? Нет, это другой полигон. Смотри-ка, я не знаю. А ты можешь смотреть, что знаешь, вот меточка на карте у меня какая-то. А, у тебя тоже есть метка? Да, нет, красная. Нет. А, красная, это просто другое. Чел, да, какой-то там был? Да, это, скорее всего, якудза. Вот, давай на дорогу выйдем, чтобы побыстрее поехать, а то все-таки сам понимаешь, ехать по рельсам это не очень. Нет, смотри, полигон все-таки другой. Такой, KFC! Нифига себе, какой мод крутой, ребята, а? Так, ладно, поехали дальше. Я давай на дорогу все-таки. Давай, выезжай, чтобы побыстрее надо ехать. А где вот этот полигон-то находится? А, походу, я понял, смотри. Хотя нет, нифига, не понял. Я не знаю, где этот полигон находится, ребята. Я даже не знаю, что такое за казаки-разбойники. Нифига себе! Ни хрена себе мы подлетели сейчас. Слушай, это как так вообще вышло-то? Я не знаю. Мы, видимо, слишком как-то сильно разогнались, и там просто такой вью, как бы гора такая высокая была, мы тупо с нее съехали, получается, слетели. Да. Так, ну смотри, что-то я что-то, видимо, вообще не про то место думал. Вот, и смотри, мы уже долго едем, да? Да. Самое главное еще успеть до начала мероприятия, но я думаю, мы справимся с этим. Ну да, там да, в принципе. 10 минут да. Как бы было. Вот, поэтому... Да вы гоните! Сколько на... О, тихо, чуть не сбили чувака. Аккуратно. Так сколько еще ехать до этого мероприятия? Я не знаю. А налево, да, сейчас? Да, вот а сейчас по идее, я уже понял, где, кстати, на самом деле. Ну вот я, кстати, вроде да. То есть где-то... Ну прямо, потому что... Да, да. Все, там, вон, видишь, контейнеры впереди да, стоят? Да. Такой! А, что? Мне показалось, что мы сейчас полетим всю за снега. Так, давай. Чуваки, смотри, как много. Нифига уже народу, да, действительно так, много. Давай, быстрее, выбегаем из тачки, так, быстрее. Так, давай. Надеюсь, там будет места. Зарегистрироваться на игру. Да. Нужно сделать тысяча, внос. 1500. Есть же деньги у тебя, да? Да, написал, все. Все, мы... Опа, оу, да. Нифига себе. Нифига себе. Вы зарегистрировались в игре, ожидайте старта. А ты за красных или за зеленых? Я, по-моему, так, за зеленых. А я за красных. Серьезно? Да. У тебя еще хп вроде мало, да? Вот там есть, вижу. А ты можешь бегать? Нет, я бегать не могу. Я тоже на месте. Ребята, смотрите, я думаю, то, что мы сейчас поставим на паузу, потому что, ну, смысл времени как бы тут тянуть, время ждать это, да? Лучше поставим на паузу и уже продолжим, когда мероприятие само это начнется, вот. Ну что ж, ребята, вот и пошел отчет 20 секунд, то есть уже 17, и мы сейчас, ребята, начнем. Я не знаю, что из этого выйдет, у нас у каждого по 5000 патронов на минигане, и сейчас, наверное, начнется какая-то баталия, прям такая мясная. Да, и только так... мне самое главное... А, смотри, похилили всех. А, все, отлично. Отлично. Супер. Так, ну что, погнали тогда? Давай, то есть я против тебя, да? Да, ну нет, мы все... Ну я понимаю, стенка да. Стенка на стенку, капец, слушай. И прыгать еще, прикол, нельзя. А, да, если только оружие убрать. А, ну да. Нифига а? Себе, ой. Что за фигня? А, стоп, я... Ух, нифига там звук какой. Слышь? Ой. Тебя убили? Нет, по мне что-то стреляет свой, но дамаг почему-то не наносится. Так, странно. Прости. А как они залезли? А, меня убили. Так. А, тут когда умираешь, появляешься еще раз. Слышишь? А, еще раз? Да. Убил? Так, одного убил. Хорош. А, ну что я говорю, хорош, ты моих мочишь. Так. Нифига, ничего не понимаю, куда стрелять вообще. Так, я кого-то убил. Отлично. Так, ну-ка у меня все фраги забирают. Оу, меня убили. Так. А сколько ты раз уже умер? Я не знаю, я еще не умирал. Я, кстати, двоих только убил. Так, я только там, посмотри, там чел убил 8 человек.
Еще одно. А то есть тот, кто больше кого убьет, смотри. Да, 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 да. Вот здесь как это работает. Так, ну смотри, я убил сколько? Я двоих убил. Я тоже двоих. Капец, смотри, 10 человек, да, парень убил. Круто так-то, смотри. Тут броник спавнится, отлично, сейчас броник подберем. Меня просто сразу убирают, как я появляюсь. Прикинь. Поближе подходим. Жесть. Минус. Так в смысле? Я же стрелял первый вроде. Стилят враги еще, да? Еще минус. Ну-ка. О, ты меня убил. Не, да ладно. Да, да. Серьезно? Да. Я четверых уже оформил. Хорош, а еще минус. Я пока двоих. Еще минус. Нифига ты. Ой, вообще забожил-то, смотри. У меня 6 уже на счету фрагов. Красава. Так, ну мы, так, кстати, выиграем, смотри. А, то есть я не знаю, до скольки здесь очков нужно дойти, но смотри, так, у вас 19 очков, а у нас это... Понял. У нас 35. Я потихонечку убиваю тоже людей. Ой, это, кстати... Еще и скины такие интересные, смотри, баба такая с гамбургером на голове. А у нас какие-то мужики. А, да? А, не, или... А, да, какой-то мужик в очках. Лол. Сколько ты уже убил? Я 6 оформил. Так, давай, Димон, тащи. У меня... Вот я просто привык, смотри, да, и уже это... Я вот 5. Так. Ну-ка, вообще, ну-ка, разброса никакого нет. Да, да, он прям стреляет точно в цель, только я прав... Откуда меня убивают? Я не знаю, так. Откуда-то сзади такое ощущение. Оп-оп-оп. Так. Ой, там много. По головке надо было попасть-то, а? 23 человека убил парень. Как так? Как так вообще? А я не знаю, как они так делают. О! Со спины подошел, прикинь, обижал. Он... Слушай, а вот все, я снова оказался здесь, отлично. Я уже думал, все, мероприятие закончено. А, так, да нет. Так, вон, вижу. А, нет, это свой, так, окей, все, отлично. Так, окей, бежим, быстрее. Я не понимаю, откуда выбиваю. Так, а вон, вижу одного чувака. О, кто-то на горе там у вас стоит, я сейчас по нему постреляю. О, сейчас, думаю, сейчас я кого-нибудь убью, 100%. Смотри, а мы получаем, вы выигрываете, да, жестко причем? Да, 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 мы причем в жесткий отрыв уходим, смотри. Так, я что-то стреляю и не убиваю никого. О-о-о! Так я должен был убивать, почему мне фрага не дали-то? Капец. На самом деле прикольное мероприятие. Ну да, мне нравится. Забавное такое. Так как я не убил чувака-то? Ну-ка, оп! Отлично. Ой-ой-ой! Он прям... Он знаешь, как чувак там делает? Ну-ка, как? Так, смотри, сейчас... О, еще одно мероприятие. Слушай, давай потом, наверное, на это мероприятие, как это закончится, смотри, давай. Да, давай, поливалка. Как меня убили-то вообще? Я прям по нему стрелял, прикинь. Красно. Ну, я вот, кстати, не знаю, у меня такое ощущение, что у меня где-то сзади кто-то сидит и убивает меня постоянно. Не, там просто, на самом деле, очень много игроков, как бы, да, и они все в разных сторонах. И, соответственно, ты даже не успеваешь, наверное, появиться, и тебя сразу расстрелят. Ну вот, да, скорее всего, именно вот так. Так. Да. Жесть! Просто появляйся, сразу же умираю. И сразу причем, да? Да, прям вообще, ну, оп. Пули еще прикол в том, что они достают иногда. Да, кстати. Но я, кстати, нормально так человек убил. Человек 6, может быть. А как он? О, это я! А как я тебя не убил, скажи, пожалуйста? Не знаю. Это что за фигня была, какая-то магия, ребят, я не понимаю. Еще знаешь, так непривычно, на самом деле, стрелять с минигана. Да. Потому что ты и так до этого, наверное, ни разу не стрелял, потому что я не помню, когда я последний раз стрелял вообще, в принципе, из минигана. Я тоже, да. Кстати, я под текстурки провалился, как бы мне обратно вылезти? Я не знаю, умереть, наверное, только. А как умереть? А я не знаю. Ой, кто-то стреляет. Откуда? Ай! Убегай, нет, нужно убегать. Так, ой-ой-ой, вообще жесть. Я, короче, лечу, знаешь, под текстурами так. А я тоже не понимаю. И в воду упал, я в воде вообще. Текстурка чисто чувака там загораживает его. Не видно, ладно, так. Идем дальше. Интересненько. О, прям, ох, какой-то, смотри, вот он, значит. Так, слушай, я по текстурке тоже упал, прикинь. Упал, да, я вот тоже, я сейчас в каком-то океане плаваю. Да ладно. Да, не понимаю, что такое вообще. А что за фигня, подожди. С медузами, с какими-то. Ты так... А чё? Я лечу. Ты лечишь? Смотри, сейчас, может, ты рядом со мной прям будешь? А я не знаю, прикинь. И нам нужно будет убить друг друга. А чё за фигня? Подожди. Не знаю. Я тоже лечу вниз в океан. Смотри, падаю какой-то. Да. Нет. Или стоп, подожди. Я видел облака. Я сдох. Умер? Блин, да. Тебе повезло. Вот тебе повезло. Вот я сдох и оказался. А попробуй задержать дыхание под водой так, чтобы умереть. Да, но я еще на всякий случай сейчас админом напишу. Вдруг меня там как-нибудь тпшнут куда-нибудь. Связь с администрацией, застрял в текстурах. Застрял. Так, ну а вот ты... сейчас, по идее, с той стороны должен выйти или нет? Блин, капец. О, откуда стреляют? Ай! То есть ты прям на мероприятие, да, появился опять? Да, на мероприятие. Так, слушай, что-то мы жестко оцениваем, на самом деле, по очкам. Точнее, ну, именно вот не по этим, а по рейтингу. По вот, поэтому... индивидуальным, да, очкам? Да, нужно набирать обороты. По-моему, где-то со спины тоже такое ощущение, как будто кто-то со спины вот прям, да. Есть такое, Дима, есть. Да. Не знаю, с рыбками плаваю, прикольно. Написал, короче, ну пока мне ничего не это. Минус!
Хорош. Так, одного оформили, ребята, замечательно. Так. Ой! Фух, меня прикрыли, у меня чисто хп. Вообще почти нет хп, прикинь. Ну там можно подобрать, да, капсулу? Да, капсулу-то можно подобрать. Ну только добежать еще. Да, оформил еще одного. Так. А, вон то мероприятие, на которое мы хотели, оно уже начинается. А, уже начинается, блин, фигово, минус. Ой, слушай, растащился я, что, смотри, сколько, я не знаю, не показывает пока что, пока меня еще в топе нет, но все равно, ребят, ой, еще, так, ой, как много кого оформил уже, а, так, сейчас подберем броник, а что он не берется-то, а вот, сейчас подобрался, а мне интересно вообще, как долго, до скольки очков нужно дойти? А я не знаю. Да я попал по чуваку, у него хп тоже там быть не должно уже. По-моему, со спины откуда, или нет? Я попросил, чтобы меня тпшнули обратно, и мне написали нет. Нет? Ну я не знаю, я потом... Ну, задержи дыхание просто. Да, я добавил, что я под текстуры провалился, возможно, сейчас тпшнут. Так, ну все равно лучше, наверное, сразу делаю это, как я сказал. А как нырнуть под воду? А, и на пробел, по-моему, зажать. Чувак не умирает, прикинь, с ГМом играет, с щитами. Я попал по нему несколько раз, прикинь. А, вот... Сейчас умру. А, во, убил, отлично, так что я его убил. Я не знаю, может быть, ребята, это лаги какие-то, пинги, я не знаю, может быть, читы, я не знаю. Но на самом деле здесь могут играть читеры, вот, это тоже как бы есть такое. Так. А АГМ это бессмертие, да, такое? Да. А, просто я не разбираюсь. Так, стоп, куда я вообще бегу, я не понимаю. Так, я слышу, как-то кто-то стреляет. Ой, там, так, ребят, сейчас оформим. Так, смотри, все, надо было сразу так сделать, короче, я умер. Блин! Все, я... Ты теперь на поле битвы с нами, да? Ну, должен быть. Да, все, отлично, я вернулся. Ну, видишь, я сразу говорил, типа, умирай, так будет. Да, я что-то тупанул, надо было, да, сразу тебя послушать. Ну, все, я тогда пошел в бой. Там чувак с ГМом играет, понимаешь, что он не умирает. Я по нему стреляю, он не умирает. И в итоге меня вообще с другой стороны убивает. Вообще, какими-то вообще жесткими прострелами, прикинь, реально. А тут текстурки простреливаются, интересно? Ну, не знаю, кстати, не так, знаю. Я что-то ваших вообще не вижу, вот кого-то одного увидел. Отлично. А, ты меня убил. Это я тебя убил, да? Так, надо вот, единственное, что неудобно, надо постоянно менять на кулаки, чтобы быстро бегать. Да он читер, я попал по нему, еще раз попал, он щитами играет, прикинь. Ребята, вы сами видите то, что я несколько раз уже попал. С читерами не очень интересно играть. Оу. Еще одна, это ты был, да? Да, опять ты меня убиваешь. Хорош. О, попал, прикинь, попал. Смотри, ты в топе появился. Да? Стоп, да, вон, 15 человек. Нифига ты настрелял, 15 человек. Капец, да? Да. Вообще, ну я, видишь, я вырываюсь в топ, ребята, правильно это делаю. Да. Потому что нужно, пора уже на самом деле. Так, я вижу, там две головки торчат. Так, самое главное, быстрее беги. Ой, там еще кто-то был. Так, это я, наверное. Нет, кто-то меня другой убил. Блин, а у них, короче, прикол знаешь в чем? Ну-ка. Потому что там они там многие заняли такие местечки, прям, знаешь, где у них тупо головка торчит, еле-еле заметно, да? А они стрелять-то могут оттуда. Вот, соответственно, и туда вообще очень тяжело попасть. А, и по нему тяжело, да. Ну да. Они где-то с левой стороны от тебя. Ребята, да, мои? Да. Еще минус. Может, мне пойти такую же позицию занять? Ну вот, попробуй. Нифига, меня, короче, чел заранее начал стрелять, я еще не вышел, он уже стрелял, по-моему. Типа ВХ, что ли? Ну, типа того, я не знаю. А подожди, здесь вообще ВХ есть-то? Не знаю, я в читах тут не разбираюсь. Но, возможно, есть. Прикинь, я чувака убил, и он меня, походу. Одновременно, да, то есть вы друг друга? Да. Так, мне тут смс-ку флудят тебя, Маркусу Локо передай привет. Здорово, чувак. Он, кстати, с нами на мероприятии. Да? Да, вон там. Отлично. Так. Ну смотри, где еще? Где все враги? Я 18 человек ты убил. Интересно, сколько убил я? Интересно, ну покажет потом в конце или нет? Я думаю, что да. Должны показать. Оу! Вот этот Дмитрий у вас там жестко раздает. Да? Прям вообще. Так, я что-то, прикинь, вообще никого не вижу. А что за звук? У меня как будто слоумо сейчас был какой-то именно звук. Что со звуками? Они какие-то вообще странные, как будто я под наркотой какой-то. Я одного успел оформить, и все. Тут реально, о, смотри, вот у нас был очень жесткий разрыв, да, а теперь посмотри на ваши очки, на наши. 123, да, сравниваем потихонечку. Потихонечку-то вы сравните, смотри. Это просто я пришел. Да, тебя-то не было. О, все. Итак, смотри, мне дали 5200, смотри, то есть, так, игра завершена, спасибо за участие. Дмитрий Скорий занимает первое место. 56 человек. Офигеть, вы заняли 4-е место, ваш выигрыш составляет 5200, вами было уничтожено 19 соперников.
Вось вот так вот. А мне ничего не дали, но ты денежек подзаработал. А тебе-то написали, сколько ты убил-то людей? Нет. Как не написали? А, видимо, пишет только тем, кто в топ вошел. Вообще, слушай, мне ну, вот ребята, реально мероприятие было крутое, но согласись, Дима, да? Да, вообще, мне классно. Мне понравилось, почаще бы на самом деле такое, так, ладно, поехали. Так, Маркус Лок, я уже передал себе привет. Вот, так, все, погнали. Нифига, какой у тебя скин, я вблизи посмотрел. А у тебя, смотри, скины-то не пропадают? Там вот написано, можно end написать, и они пропадут. И замечательно, ребята, я просто сажусь в машину, и знаешь, что было? Сервер close the connection. Вот просто я не понимаю, как это работает, ребята. Ну, я думаю, то, что на этом тогда пора заканчивать ролик. Вот такое вот, можно сказать, сегодня короткое видео получилось, но зато мне очень сильно понравилось само это мероприятие, ребята. Потому что, ну, серьезно, было очень интересно, очень увлекательно и весело. Вот, поэтому, если вам понравилось, то ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на каналы, ну и, конечно, оставляйте только положительные комментарии. С вами был, как всегда, Кофи и Овер. Всем пока-пока. Всем пока, ребята.